Легендарный тренер Жозе Мауриньо, присоединившийся к команде РТН на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа турнира между сборными Германии и Швеции. Сборная Германии, очевидно, является очень сильной и опытной командой, которая лучше других знает, как побеждать и быть конкурентоспособной. Швеция – интересная команда, очень хорошо организованная тактически. Но я не думаю, что их атакующие игроки достаточно талантливы, чтобы создать большие проблемы Германии. Таким образом, они попытаются хорошо и надежно отыграть в защите. Но, думаю, Германия в конце концов возьмет 3 очка, рассказал Мауриньо. Ранее главный тренер сборной Германии Ахим Лев поделился ожиданиями от матча со Швецией на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года.